Все. Так, красный квадрат, значит, это пошел, да? Сейчас. Смазываем руки. Да, красный квадрат, это идет видео. Руку будем делать в нескольких позициях. Раз, это когда она вперед лежит. Два, когда она вот так лежит. Третья позиция вот так будет. И четвертая вот так лежит. Что ли, да? Еще. Вот, развернули руку вот сюда. И сразу как с ногой, в принципе, мы поступаем. Если хочешь спустить пониже сюда. К ногам. Ага, вот все будет. Вот все хорошо. Ножки прикрыты. Значит, растираем все сразу. Все сразу. Вместе с плечом. Теперь, да, вот поперек растираем. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх идем. И также визуально делим на две части, да, внутреннюю часть прорабатываем. Бицепс получается, внешнюю часть, это трицепс. И, как мы говорили, дельтовидные мышцы делятся на три пучка. Вот передний пучок отдельно, прямо оттуда, из глубины. Достаем его и прорабатываем до конца. Средний пучок так вот отделяем от всех остальных и прорабатываем. Задний пучок. Потом все вместе на скрутку. Как я уже говорил, конечности наши любят скручивающие движения, так быстрее расслабляются. Ну, я сейчас подробно не буду, да, но если надо глубокую проработку, да, что-то там болит, да, то мы прямо заходим туда вглубь, ищем этот пучок воспаленный, да, его прорабатываем глубоко, растираем его. Можно вот как ты делала там совсем глубоко, да? Берется другие движения. Вот так вот. Раз. Ну, здесь, видишь, и подушечки можно подложить, потому что руки-то на весу. Да, чтобы был упор. Руки на весу, это не совсем удобно. Ну, как я делала вчера. Ручки, да, вот очень хорошо получается, глубокая проработка по костям. Вот, и вот оно лежит. Когда лежит, оно лучше идет. Вот так вот можно. Вот просто от кости. Все движения прижимаем и от кости. Нормально? Нормально. Ой, Григорий. Нормально, Константин. Вот оно идет. Прям от кости. Прижал и отвел. Вот, оно прям нагревается, как будто оно хорошо. Как эти, как веточка. Раз, одна веточка, вторая, чуть выше, третья. Нормально? Вот так. Прогрели, нормально, на грани, да? Глубоко. Весьма. Вот, далее, если, ну, воспалена вот эта часть, да, то, как я говорил, да, можно найти, где он крепится, пучок, продавить его на вдохе, потом здесь продавить. И саму мышцу можно вот еще вот так растянуть в этой фазе. Это аутрелизинг. Потом растянуть поперек ее. И выходит как бы из-под пальцев. Ну, я быстро показываю просто. И вдоль же растянуть. Далее опускаем руку вот так. И есть столы, у которых там ушки специально одеваются, да. Но можно без них. Можно сесть вот так на стол, положить на свою руку, да, либо с этой стороны сесть, положить вот руку на ногу, да. С другой стороны не важно, зато для вас открывается трицепс, и можно его отдельно, достаточно глубоко промять и внутреннюю часть, и внешнюю часть. Ну, чтобы не пачкать свои ноги, я, например, на свою руку кладу, вот на одной руке она висит,
А мы, собственно, прорабатываем. Потом обращаем внимание на локоть, где он стыкуется, да? Вот, аккуратно все вот эти места, где сухожилия к нему крепятся. Все вот эти вот точечки вот проходим. Любовно так вокруг каждой косточки. Шаровидные такие движения у нас. Можно просто зажать с двух сторон и вот так ручку ротировать. Тоже оно нажимается. Не ротируется, но... Ну, просто прижали с двух сторон. И просто вот суставчик крутится немножечко, не сильно. Я с боков уже прижимаю. Когда больные локти, да, это вот лучше спереди делать. Идут здесь. Там вот такие мышцы, где-то они сюда крепятся, да. Вот их также вот можно отдельно проработать. Терпимо? Там больновато бывает, да? Давай положим. И... Ну, больно просто здесь. Еще. Тут еще болевая точка есть. Да. Ну, да. Здесь больно? Из джиу-джитсу, не знаю. Да. Из дзюдо там. Она на нее давишь, рука отключается. И вот. Растяжение. То есть вот эту мышцу взяли, поймали. В бок ее как бы даем и растягиваем по обратной стороне. Болит? И слева? Нетерпимо. Потом в другую сторону. Финансовая пронация. Супинация, пронация. Можно просто менять вот так вот. Болит? Ну, есть болезнь. Потом переводим руку в вертикальное положение, ну, наверное, давай проще, больно, наверное, будет терпимо. Сейчас нормально, еще терпимо. Вот, если рука отваливается или там легнется, да, то вы упираете себе в живот, и вот эти вот точки приминаем. Вот между три точки, получается, на тыльной стороне ладони, между пальцами. Когда приминаем вот эту точку, мизинец, да, мы массируем дополнительно задний пучок дельты. Средний палец, средняя точка, да, средний пучок дельты. Дельта вот прям плечо, прям плечом натянули, видишь? Вот спереди. Потом вот у указательного пальца вот эту точку примяли, нажали. Вот этот пучок передний. Вот прям поднимаем вверх и вот так на него. И вот это вот. Здесь. Да, в айкидо есть только болевой прием, если вот на них нажать и вот сюда. Ну, я не буду сейчас. Больновато, да? Больновато, да. Залом руки. И дальше под локоток подкатываем и кладем аккуратно, чтобы он развернул локти наружу. Не держал прямую руку, да, некоторые прям напрягаются, руки держат. А масло дополнительно снимаем с локтей, которые у нас осталось. Если не осталось, то можно добавить капельку, да? Я не смазывал. Понял, капельку нужно масло. И опять, как я говорил, да, мы идем по сегментам сверху. Плечо, потом вот эта часть, потом вот эта часть, потом ладони с пальцами. Ну, соответственно, вот, я сейчас разминаю с тыльной стороны, снизу вверх. Можно и сидя. Да, можно и сидя тут в данном случае. Потом с этой стороны. Потом, да, все вместе. Ну, вообще, в принципе, рука маленькая, можно там отсюда начинать, и как одну зону с предплечьем и плечом объединить. Теперь на скручивание. Так, ниток прижимаем. И скручиваем все эти мышцы. Можно дополнительно взять вот так руку.
из силы скручиваюсь, как вот мы крапивку, если делали с детства, помните? Делали, конечно. Да. Все жили в разных районах Советского Союза, но играли в одни и те же игры в детстве, что удивительно. И в ножички вы играли, да? Да, мы сегодня сверху перебирали. Я в ножик тоже играла. Да? В круге черчили. Да, в кругу таком там. Казалки там. В доску ногами допинали. Шерстянку. Шерстянку вместе с, да. Это, с там как это, с пуговичкой пришитой там. Свинцушкой. Ну я слышал, это по-другому оно называлось. Да? Ну, да. Наверное, оно называлось по-разному. Классика, что ли? Ну, классические движения. Теперь вот эти мышцы опять внутреннюю и внешнюю часть латеральную берем и растягиваем. Растягиваем и у локтя тоже не забываем. Приподняли ее и растянули. Приподняли и растянули. Можно повибрировать и растянуть. Теперь внутреннюю часть приподняли, растянули. Открываем как бы от костей, да? Растрясли и растянули. Растрясли и растянули. Отдельно бицепс. Протрясли. И переходим на кисть. Вот дополнительно смазали, да? Вошли вот между пальчиками. Хорошее приятное движение, а дальше будет не очень приятное движение. Костяшками пальцев кулак жестко сжали, распиливаем ладонь поперек, а большим пальцем вот эти сухожилия, которые подходят к запястью, перпендикулярно получается, друг другу не движутся руки. А если так? Ну, можно так, да, тут уже можете маневрировать кулаками по ладони, и так, вот двумя кулаками в стороны, раздавливаем ее, расплющиваем ладонь, скручиваем во все стороны. И теперь рука превращается в лапу леопарда, которая рисует куриную лапку. Вот так вот все пальцы расходятся. Очень удобно кладется как раз между всеми пальчиками, да, вот на перепонке, а вот этот большой палец на сухожилие. И вот в разные стороны мы их растягиваем. Моя не достает. Противоположность. Так и не достает. Ну, насколько достает? Вот сюда не достает? Вот сюда вообще не идет. У меня рука так не идет. Будешь выбирать клиентов поменьше. Теперь развернулись. Пальчики. Ну, Светлана вообще хорошо и пальцы делает. И достаточно мощные. Ну, как бы вот мы их смазываем, да? А потом костяшками берем, посильнее зажимаем. И растираем достаточно сильно с одной стороны. В одной плоскости, потом поперечно. По квадрату как бы получается. Ну, приятное телодвижение по пальчикам. Да, больновато, но приятно. Ну нет, боли нет. Не больно даже, да? И также на скручивание можно. А далее мы вдели пальцы. Вот так вот и вот так. Вот получается все пальцы у нас захвачены. Вот посередине два мизинца. Мизинцы два в одну. И раскрыли ладонь вот на себя. Вот прям растянули его. Растянули ладонь. Я его вообще не... Теперь посмотрим правильно. Мизинцы вот сюда входят. Оба мизинца. Оба мизинца сюда, да. А это тогда вот сюда. Ладонь раскрывается, да? Ну, еще на большой палец у меня хватило пальца. Что не так? Она неправильно затолкала. Большой средний палец у нее везде. А во все стороны надо под нее заталкивать. Под большой палец. Средний. Ну, вроде правильно. А, ну просто вот этот снизу получается. Все правильно, правильно. А вот этим дополнительно еще большой палец вот. Ага. Разворачиваем. Вот так. Вот мы раскрыли ладонь пошире, да? И теперь вместо роста вот этих пальцев массируем. Все проходим точки. Опять же, тут акупунктурные точки есть на ладони. Размалываем. Я-то так беру, просто зажимаю.
И вот так вот в сердце вот прохожу вот так полностью. Мне так удобно. А тут точная работа, на больших пальцах становятся свободными, и мы их прям прижимаем, да, эти точки. По центру опять кишечник находится, да, толстый кишечник. И вот самый центр, это вот толстый кишечник. Если мы, в нем проблемы, да, то точка будет сигнализировать, будет болеть. Ну, здесь болит? Нетерпимо. И отдельно вот этот бугорок и вот этот бугорок. Прям это можно пощипать, продымять, продавить. Далее берем запястье, вот прям вот этим, захватом, да, поджимали его, так сжимаем сильно, вот он будет оттягиваться, вот так смотри. Ну, косточки вибрируют, играют. Я руки покажу. Вот, а моя рука, его руку еле обхватывает. Тогда двумя руками. Больно, да? Нет. Потом отдельно вот, да, где он крепится, растерживаем вот это место. Растираем. Тыльную сторону тоже растираем. Все это тыльные стороны обычно забывают. Так хорошо, да? Вот так раз... Сейчас хорошо, а перед этим там как будто косточки одна от другой отделяются, болезненно, да? Ну так, да. Хороший прием, да. Перетирание под низом, кости. Да, рука. Да, я под низ подставил. Фиксирует. И далее на скручивание. Берем практически прямой угол и скручиваем, а другой рукой за запястье держим, скручиваем к себе. Полностью бери плоскость. Всю, чтобы она плоская была. Согнули. И скрутились в одну сторону к себе, потом в противоположную. Теперь под 45 градусов вот положили. Скручиваем и продавливаем вот эти вот точки. Указательного пальца. Здесь вот. Потом в эту сторону. Вот с этой тыльной стороны. И вот этот у мизинца. Теперь в противоположную сторону. Опять эти точки. С этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. Вот раз, два, три. С вибрацией получается, да? Ну, желательно с вибрацией, да. Все, растрясли. Растрясли. И захватили теперь вот так пальцы. А с одной стороны, покажу вот на выдохе, захватываем вот так и поворачиваем на вот эти косточки. Положили и довернули. Потом вот так перехватили и довернули в другую сторону. То есть два захвата сюда и сюда. И продавили в эти пальчики вот такой стряской. Потом вот сюда опять, с другой стороны, развернули и встряхнули. Потом выдергиваем свои пальцы с силой. Вот так вот. Здесь как бы рука находится на весу, да? Я пальцы выдергиваю, плечо все растягивается, а рукой поддавливаю ее снизу. Захватили, вытягиваем. Все четыре пальца. И ловим ее. Далее заканчиваем лимфодренажем. Для этого вот придавили плотно запястье, вот совсем все, да? Расплющили, выкачали из него кровь. Качали тогда. И второй рукой свободной. Пошли, плотно прижимая к столу тело человека и уходим вот туда, под лопатку. Вот туда, плавным движением. Нормально? Нормально. Лучше другой рукой, чтобы ты вот так могла туда прям вот раз и туда плавничку войти. Вот. Там локтем туда. Заходи глубоко, и у тебя рука опять оказывается здесь. Рука в исходной точке, и теперь кулаком расплющиваем всю его руку.
Локоть аккуратнее, там болевые точки, промахиваемся мимо них. И опять вот сюда уходим. Потом можно вот прохлопать опять, все, чем мы заканчиваем, да? Прохлопали. Растрясли вот так вот. И заканчиваем расслабляющим движением, возвращая руку в исходную точку. Положили, раскатали, не, сам ничего не делай. Раскатали вот так вот в него, через верх, вращение идет. Потом подравниваем плечо, и вращение одновременно и плече, и предплечье идет. По диагонали потянули за запястье. А, ну вот это можно тоже. А, можно отсюда, да, кстати. Просто взять, проверить. О, хрустеет. Хрустим? 10. Очень хорошие такие приемы, да. О, чик. Хрустнуло. Ух ты, ух ты. Аккуратно. Там как будто разбегаются все косточки. Чик. Назад. Чик. Назад. И вот это вот можно отсюда потянуть нижним пальчиком, растянуть просто. Хорошо? Да, уж. Очень хороший прием. Григорию повезло. О! И сбрасываем все, что было. Тянем и выбрасываем. Я вот так вот, таким способом, вчера ночью одну девушку починил запястье. А, у нее нерв шел в большой палец, ага. И дергались, короче, руки. Вот эти косточки, да, вот таким способом, как ты делаешь. Ага. Разделил, хороший способ, прям сразу применил. Но они еще были выбиты, вот эти кости, вверх. А оно здесь вот, просто надо здесь хорошо отмассажировать вот эти вот. Изначально, кости. Да, отмассажировать, а потом... Сам мануальный прием, он с ударом делается. Ну, я был на улице, на скамейку, руку клал. А здесь можно положить на стол. Вот сюда, чтобы она свободно лежала. Запястье, чтобы лежало. И вот по этим косточкам делаем удар прямо вот туда, в длину. Достаточно сильный. Сейчас, чтобы рука лежала. У борцов, у боксеров бывают часто эти косточки выходят наружу и торчат. Нет. У меня тоже такое было, сейчас нормально. На нем на левой руке. Так и сюда. Под углом 45 градусов бить, да? Да, под углом 45 градусов, туда я прям запястьем. Не хватает своего, одного запястья, придется вот двумя руками. Вот так придавили и щелкнул. Я думал, что перелом у меня. Все. Ну, вот здесь вот косточка у меня выскочила, или не выскочила. Вот здесь вот. Или это просто там внутри? Что это? Нет, это не косточка. Не косточка. Это сухожилие. Порванное, да? Порванное сухожилие, да. Это давно? Типа, давно. Оно не влияет на повороты пальцев, да? Не влияет. Есть такое понятие крепатура, а есть контрактура. А крепатура, знаете, что такое, да? Нет, не знаю. Крепатура. Крепатура – это то, что вот мышцы у спортсменов болят после тренировки. И также после массажа могут мышцы болеть, да? Угу. То есть там молочная кислота в них остается, она чуть-чуть их там разъедает, пощипывает. А контрактура – это когда стянуты сухожилия с этой стороны. Ну, чаще на ладонях бывает, может, ахиллово сухожилия. Они прямо так натянуты, как струны, что пальцы не сгибаются. Вот пальцы сюда в таком состоянии находятся. Смотрите, их разогнуть нельзя, прямо натянуты. Ну, при подагре, кстати, такое тоже может быть. Ну, смотри, я когда нажал себе, у тебя тут легкий щелчок был, слышал? Да. Вот, то есть второй рукой придавили, растянули туда подальше, да, чтобы они вышли отсюда из запястья. Ну, вот так. И нет. Потом удар такой, вот так вот. Толчок. Нормально так можно тоже? Нет, ну, через руку я не знаю. Ну, тебе по низу пальца мешает на плоскости, да? Да, там именно плоскость нужна, потому что должен быть такой вот удар всем корпусом. Ну, щелкнули. Вот это запястье. И да, дальше щелкнули повыше пальцем. Щелкнули, да?
Угу. Вот здесь сейчас вот пальцы в середине. Вот, ну вот отлично. Мы причинили человеку неоценимый добро. Все, можно вставать. А вы, дорогие друзья, приходите на тренинг, будем все это отрабатывать на практике.